лавочки красивые возле ресторана. Просто супер вообще. Мы сейчас направляемся в ресторан. О, уже люди хотят кушать, видно. Вы проголодались или как? Или поржать? Как тебе сказать? Или поржать чисто? Я чай хочу. Это все включено, видишь? Но вы не находите, что 5 прямо впищется за напта для нормального человека? Кормят это как поросенка. Но... Да? Да, чтобы потом зарезать. Я вам сейчас покажу, что на ужин дают. Ну, ужин от обеда не сильно отличается. Вот здесь вот у нас хлеб, тонны хлеба. Здесь люди берут первое. И там, как правило, какие-то супы. И вот сейчас я начну показывать салаты. Какая-то картошечка печеная. Вот какие-то вкусняшки. Всякие-всякие овощные нарезки. Кругом куча всего. Вкусняшка в виде мяса. Для любителей картошки фри. Вот сюда пошли. Здесь любителям маслин, всяких острых ощущений. Соусы, соусы, перец, маслины, оливки. Куча-куча всего. Здесь нарезают фрукты. Виталь, там курица есть. Иди возьми с мясом. Взял? Это мой любимый муж. Иногда курица. Это за напто. Смотри на мое. Здесь вот очень много зелени. Мы за здоровую пищу. Любое нарезано, все вариации. Где это? Все, что можно придумать. Я вам так... Ой, минутку. Я вам так скажу, что нормальному человеку такой выбор даже страшно, потому что все накладывают по чуть-чуть, и получается 2-3 огромных тарелки. Просто, ну, невозможно, тяжело это съесть. Сейчас вам покажу, с другой стороны еще есть еда. И, конечно, десерты и фрукты. Здесь стоит очередь. Здесь, как правило, шашлык, разные виды мяса. Хоть и говорят, что в Турции мяса нет. Я вам сейчас покажу. Говорят, в Турции мяса нет, здесь несколько видов всегда мяса. Я сам покажу фрукты. Здесь берешь тарелочку, и здесь работает у него миллион арбузов, уже почищенных. Он срезает кожуру и разрезает сливы. Так он нарезает, и так люди берут большими кусочками.
много у него этих арбузов. Поехали дальше. Тут у нас чай. Жрачка, жрачка. Оазис. Вот, видите, чай. Сахар. Чай. Тут у нас автомат по машине кофе. Много миллион чашек. Несколько автоматов. А вот тут у нас сок. Сок, конечно, не свежевыжатый. И вот, конечно же, десерты. Турция славится над сладостями. Чего? Кушать хочется всегда, да? Надо хоть один раз заснять. Вот я наложила себе десертов себе и своему любимому мужу. Здесь вот еще разлитая куча, уже удобненько. Сейчас вам скажу, что это. Похожие на муссы. Шоколадные какие-то муссы. Не знаю, что это. Не знаю, возьму один попробовать. Главное, чтобы он не упал. Сейчас мы направляемся, я не люблю здесь в ресторане сидеть, я люблю сидеть на природе. Вот здесь выходишь, здесь продолжается, здесь у нас холодные напитки. А можно колу? Колу можно? Кола, фанта, спрайт. Спасибо. Я снимаю результат того, что получилось. Вот и навалила фруктов, овощей и десертов. Специально, чтобы вам показать, что в принципе здесь похудеть невозможно. Это пиво местного разлива. Это Сашины габариты, батоны. Здесь зеленушки много, не видно, но там, наверное, мясо. Кола, фанта, спрайт. Мой милый любимый муж. Ребята, расскажите, как вы это все планируете съесть? Ртом. Так, мы постепенно уничтожаем на наши запасы. Как вы себя чувствуете? Вам нравится? А вы как себя чувствуете? Сегодня как никак. Жаль, что это будет последний день наших приемов. А в целом? У-ху-ху! Вот здесь вот мы наблюдаем за колыханием пальм. Я люблю здесь на летней площадке кушать. Можно в ресторане, можно здесь. Солнце садится, все мы как видим. Оно между гончаровыми светится. Я надеюсь, что на следующий год мы тоже поедем, потому что нам очень понравилось. Но есть какие-то свои нюансы. Но так в целом мужа кормят, можно отдохнуть. Да. Мужскую Хабибу накормили, и это самое главное. Нормально все, все у нас, все в теме. Красный весь. Сытый весь. Загорелый. Хаба. Индюрим. Пиво. Саша, а что это у тебя в стаканах? Чай? Да. Здесь мы пьем много. Бира. Пить, потому что бира. Воды мало. Воды, да. Ну и здесь ее в ресторане есть, вода, а дома. $1. $1. Полтора литра. $1. Не, ну здесь вода есть как бы везде, но в номерах, либо в кафешках. А дома там нету, там с крана пить не желательно, как и везде, в принципе. Да, поэтому мы выпиваем чай, и пить как бы в целом не хочется. Ну, жара вообще само по себе пить хочется. Ну, да. Мы уже здесь пить, это отдыхаем. И вот здесь море. Нам пить вообще не хочется.
Вот здесь вот море. На самом деле, со спиртного три вида. Которых ты попробовал. Ну да. Вместо воды текилу дали. Ты сказал, дайте водички. Дайте водички. Они подумали водочки и долили. Да, он долил мне кактусовую водку. Я смотрю, думаю, что на половинка там в стаканчике. А он... Как занюхнул, да? Да, я говорю, давай тогда лед насыпать. Так что Саша вместо водички пьет текилу. Нет. Мама, я не пил. Вот это, чтобы вы знали, это пиво местного разлива. Бира. Саша, это бира. Саша пьет бира очень часто и очень много. Ну, если два стакана, это много. И очень часто. Четыре за присест он пьет обычно. Два, больше в руки не дают. Записывает, под подписку. Он не говорит, для жены, а сам все выпивает. А подписку. Скажи, Ларис, да? Нет, нет. Пускай, нет, совсем нет. Ты говоришь такое. Лишь один стакан. Любимая, ты пьешь пиво? Нет. А что ты пьешь? Я. Соки, юпа. Просто дали его так. Бира, $1. Кока-колу. Кока-кола. Вот у нас тут фруктики. Вот именно киви очень много нет, ну, если вы видели. Но мы умудряемся взять много фруктов, потому что ими украшают десерты. Очень хотелось бы, чтобы здесь подавали восточные эти десерты нарезанные. Ну, здесь вот такие вот кексики разнообразные. Да, там в принципе, неплохие, да. Пахлава. Мне еще молодежи нет. Вон девочка сидит. Молодец, бич 2013. Вот бич 2013. Мы не бич, но это молодец бич. Пляжная. Здесь он с детками даже отдыхает. Очень много деток маленьких. Все, я буду кушать, потому что очень хочется. Лично на мутный. День-два. Мы думали... Почему такая ситуация происходит? Оказывается, нас испытывают. Вот кто это додумался. Доброе утро. Мы находимся на Мальдивах, то есть на Маврикии. Я перепутала. Обратите внимание, типичные маврикийские пальмочки. Спинцы гуляют, здесь кошки разные. Ну, короче, не суть. Передаю привет всему Харькову. Такой вопрос. Знаете, ребята, вчера вечерком с мужем гуляли, спустились в ресторан. Макс, это персонально для тебя видео. Охренеть, тут жрут алкоголь. Короче, бодяжек, все, что ты хочешь. Здесь кормят прилично, 5 раз в день. Выбор хороший. Здесь не успевает перевариваться, да, это? Виталик у меня наседает на такие кисточка. Была такие кисточка. Вот на такие джемики. Уже съел штук 50. Это только Виталик, а еще Катя подключает. Штук 50 съел уже таких штук. Не, на самом деле завтрак полноценный, просто это еще в конце уже чайку. Еще раз сказать еще, за один день. Сейчас у нас будет встреча с гидом или с гадом. Мы разберемся в процессе. Гид он или гад. До новых встреч. Я, кстати, я пока не съем все, я не умру. Все включено. Лариса, режим поглощения. Жрачка, Виталик прибежал. Виталик, а ты что, два супа себе? Надо приходить с самого утра. Я съел свиноматку и свинопапку, и даже свою меховую шапку. Все, будем есть. Прошло, наверное, 1.5 часа точно. Народ до сих пор кушает. Людей много. Думаю, что люди и чай пьют, и пиво пьют. Сейчас я покажу. Здесь еще делают лепешки вкусные, восточные. Вручную. Не обязательно кушать готовые. Тоже
все включено. Готовые лепешки с творогом, как я понимаю. Вот они наши лепешечки, искусно приготовленные мастером с чайком. Давай, милый, пробуй. Я на тебе все испытываю, ты же знаешь. Если тебе понравится, значит можно есть. Вкусненько. Да? Ням-ням. Значит, надо пробовать. Лепешки оказались мега вкусные. Здесь все время разные бывают. Сегодня были с творогом. Моему мужу тоже понравилось. Всегда обратите внимание, все до сих пор полное, повара не справляются, жарят фри, прошло уже 2 часа, но еды достаточно, если даже позже прийти. Мне надо хлеб. Ну, можно покушать, сейчас я сниму, здесь не снимала. Здесь такое, супчики. И вот на выходе из ресторана я хочу показать расписание. Вот для деток стульчики. Расписание. Это нечто невероятное. Завтра в 7. Затем в 9:30. Потом обед, ланч. 12:30, обед 18:30, и еще 23:30 что-то я никогда не побывала. Ужин ночной какой-то. Короче, два из них мы 100% пропускаем. Уже начинает ночная жизнь кипеть. Сегодня обещают пенную вечеринку. У меня шок. Пойдем.